Привет, Алтай. Я доктор Албан. Это песня о том, что люди должны жить так, как они хотят. Должны сами принимать все решения, и никто не вправе их учить жить. Я начинал как обычный диджей, работал в свободное от учебы время. Создание песен меня очень воодушевляло, и я решил серьезно заниматься этим. Оставил карьеру. Песня стала большим хитом. Это удача. Или, может быть, песня действительно хороша. В России очень хорошие люди. Я знаю многих, у меня здесь много друзей. Все они в основном из Москвы. Я общался с музыкантами из России в 90-е. Многие контакты сейчас потерялись, но я слушаю их музыку. Сейчас очень много хороших российских музыкантов, они делают отличные видеоклипы. Я думаю, что музыканты из России сейчас достаточно популярны в мире, но если они начнут больше петь на английском, то станут еще известнее. Ведь в мире больше людей, конечно, лучше понимают английский, так их услышат. Первое, что я увидел на Алтае, это горы, много гор, очень зеленый край, красиво. Меня хорошо встретили, красивый отель, отличная еда, отличные номера. Публика просто замечательная. Это было великолепно. Я наслаждался выступлением. Пока что я планирую гастролировать, больше гастролировать, как сейчас, и заняться новыми песнями. Отдых? Я просто много сплю. Когда есть свободное время, я стараюсь больше спать. Я сейчас пишу новые песни, но у меня нет цели их выпустить к определенной дате. У меня нет таких амбиций, чтобы показать всем новый трек. Пишу так, как пишется.